Но в последние годы жители Ленского района стали свидетелями значительного улучшения электроснабжения. Сообщается, что это следствие слаженной работы коллектива местных энергетиков. Ежегодно они реализуют ремонтные программы. Не стал исключением и год минувший, передают коллеги из города Ленска. Наряду с работой в городе специалисты Ленского энергорайона обслуживают магистральные линии от Ленска до Мирного, Ярославского и Южной Нюи. Распределительные сети в Витиме и Пеледуе. В настоящее время началось бурение скважин для замены 30 опор. В данное время наша бригада занимается проведением ремонтной программы 2017 года по демонтажу старых и установке новых опор на жизненно важном связующем звене между подстанцией Городская и подстанцией Ленск. Ну, вот, погода вносит свои коррективы. Не всегда удается вовремя все сделать. Недавние ветра задули вот наши собранные свежие опоры. В данный момент их установить не можем. Ждем расчистки техники. Работа энергетиков на первый взгляд не видна. Но если обратиться к статистике последних лет, то она проиллюстрирует масштабы их производственной деятельности. С 2015 года переведены на постоянное напряжение села Северная Нюя, Артанахара, Чимча. Благодаря установке 8 километров бетонных опор в Пеледуе и Витиме, их население навсегда забыло про постоянные перебои энергоснабжения. В этом году на более надежный источник от нефтеперекачивающей станции перейдут жители села Бичинча. Кроме того, в районе предстоит замена опор и 10 километров провода. Мы занимаемся выполнением ремонтной программы 2018 года. На данной улице производим замену голого провода на самонесущий изолированный провод с демонтажом старой линии. В данном случае бригада распределительных сетей работает на автовышке, заменяет ввод жилого дома. В перспективе с вводом трех городских крупных подстанций расстояние подачи электроэнергии существенно сократится и улучшится качество напряжения. Это сразу ощутят потребители. А пока продолжается работа по переводу линии на самый изолируемый провод. Энергетики начали ее еще 8 лет назад. И довольно удачно. За 3 зимних месяца не было зафиксировано ни одного внепланового отключения. Сергей Борисов, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».